Он всегда рядом и в то же время как-то непросто и незаметно. А за всей этой непросткостью кроется совершенно уникальная жизнь, не только по длине прожитых лет, а еще и по уникально глубокому содержанию, которое он прожил. Поэтому я очень хочу, чтобы в наших рядах появлялось как можно больше юбиляров, и каждый из них оставлял вот такой глубокий и значимый след в истории этого города, в истории нашего народа, в истории великого российского государства. Национальная ассоциация объединения офицеров запаса вооруженных сил наградил Виктора Григорьевича Сабанова дипломом, это по решению Высшего Совета, за заслуги перед Отечеством, активную гражданскую позицию и в связи со столетием со дня рождения. И удостоил он звания лауреата форума «Общественное признание». Дай нам Бог всем осетинам, чтобы в каждой нашей фамилии, в каждой нашей семье были такие старшие, как Виктор Давидович Сабанов. Дней, когда ваши младшие будут в таком возрасте.